Всем привет, ребят. Ну что, решил прокачать еще одного героя на 12-12, потестировать. Думаю, будет очень интересно многим. И сегодня это у нас будет именно бабулька. Я немножко ее переделаю в итоге. Вы посмотрите, что может этот герой на 12-м скилле. В принципе, она и на десятке офигенно лужит пачки, но мы сейчас прокачаем ей и талантик другой, и прокачаем 12-й скилл, и посмотрим, насколько же она усилится. Такая вот у меня бабулька. Разбросик рунами стоит 7-й, 60%, 60 единиц. В принципе, этого вполне хватает. Окей, поехали в судьбу. К счастью, мне тут не надо никого прокачивать, у меня поинтов хватает. На 12 нужно 40 800. Как видите, у меня бульдозера даже нет в алтаре. И благодаря тому, что 7 героев, я смог качнуть первой тыковку. Ну, тыковка, честно говоря, изменения мне не особо понравились. В принципе, какие там могли быть изменения, там чисто усиление идет на 6%, ну это неплохо, но не то, чего хотелось бы. Так, окей, фармим быстренько. Все локации, говорю, все локации, не все локации, фармим рейд пока. Нам надо 5 лямов золота где-то добыть. Что-то ворожаи слили странно. Так, окей. В общем, думаю, будет интересно. Напишите в комментах, какого вы следующего героя хотите. Есть вариант, думаю, интересный. Арктика, Атлант, Ведьма. В принципе, они все используются. Особенно ведьма на архидемоне. Так, 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 ребят, сейчас поехали дальше. Так, так, еще разок и идем тестить, посмотрим, что получится. Завтра уже обнова будет у нас, и там уже я смогу тоже потестировать кучу разных вариантов. Там возможностей побольше. Так, ну вроде нам должно этого сейчас хватить. Так, у меня, как видите, еще две бабульки есть в загашнике. Так, я надеюсь, нам хватит. Да, нам не хватит значков почета. Надо ждать, когда книги будут или героев некоторых перекачать опять. Так. Я все значки слил в нового героя. Книги, точнее. Чтобы прокачать на максималку. Так, нам надо будет еще где-то... Дофига надо еще значков. Ладно, продаем полностью все. Так и знал, что будет не хватать. Ну, в принципе, здесь чем хорошо, у нас будут сейчас усиления как и жизни, так и атаки, так и стат разных. В принципе, плюс еще дополнительно у нее там ее скилл улучшится. Так, окей, ну все, есть. Что там у нас? 12-12, бабуля, вот такая вот бабуля. Поехали. Глянем, что она там будет сейчас раздавать в рейдах. Ну, вот так вот критует она, ребята, у меня.
Она в крит. Ну, она собрана у меня на крит, как видите. 110 тысяч крит вылетает. 109. Просто супер. Круто. Давайте на кого-то нападем с героями. Вот, кстати, вот Фрай есть. Стрелок и прочее. Ну, смотрите, что делает. Ну чё, как вам? Как вам такая бабушка? Ушатала. Это при том, что жизни у нее, ну там у нее есть только питомец, но Рудольф не прокачанный. Посмотрите на ее урон. Это жесть. Ну тут ее сейчас убьет Фрая, конечно. Да, чуть-чуть. Ну, нету отхила. Что у нас по статке? 360. Отлично. Практически 20к урона. Это немало. Ну, у нее сейчас, видите, у нее нету отхила, но посмотрите, что она с героями делает. Это жесть. Какой там нафиг Анубис и все остальные? Она просто их шатает. Урона у нее сейчас, кстати, очень много. Супер. Так, хорошо. Ну, по рейдам я, в принципе, вам ничего интересного не покажу. Давайте поехали на арену. Вот на арене, может, кто-то у нас будет. Хотя вряд ли у нас тут сейчас топы будут. Какой-то со скином. Не, слабенький он. К сожалению. Так, интересно, кто первый будет бить? Ну, моя бабуля круче. Но урона, блин, у нее дофига. Сейчас попробуем подняться в топ. Может, кого-то встретим там. Ну, смотрите, как криты идут. Неплохо. Ну, что, будет у нас кто-то в топе или нет? Вот-вот-вот-вот уже начинаются топы. Так, смотрим. Сработал крит. Ну, смотрите, что она делает. Это, ребят, я без отхила сейчас воюю. Это жесть. Это просто жесть. Ну, она ушатала. Остался у нас один Анубис. Вот такой же, в принципе, как я где-то. По силе одна против пяти героев. Точнее, 6 просто налегке вынесла. Да, круто. Сейчас мы еще переделаем ей сборочку. Давайте еще этого попробуем. А, и там через верх. Ну, смотрите, как Афина дамажит, и она фигню, по сути, сносит. Офигеть. Я думал, она больше будет сносить, а видите? Так, ну понятно. Окей. В принципе, с этим разобрались. Делаем то, о чем я говорил. Думаю, вы... Блин. Горло дерет. Видели, да? На основе я вам показывал. Вот так вот я священный огонь сливаю и качаю утекание. И сейчас потестируем
самую, не знаю, топовую сборку, я считаю, для нее, потому что, ну, это просто жесть. У меня, конечно, тут титул не настолько большой. Ну, посмотрим хотя бы. Вот, отлично. По центру забежали. Сколько будет от хила у нее? На основе было 100 с чем-то. А тут она просто даже не убивается. Просто жесть. Она просто их ушатала. Пофиг, все реально. Вот теперь она у нас на максималках. А вот, кстати, с Некросом кто-то есть. Я надеюсь, он в одну линию стоит. Вот, отлично, надо через верх бежать. Она на 12-м снимает 20 энергии. Насколько я помню. Так, сейчас мы протестируем. Давайте я его сейчас нападу. Сейчас посмотрим. Смотрите, 108 тысяч от хил. Это жесть. Смотрите, что... Это просто унижение, ребят. Одним героем просто ушатало. Жесть. Ну реально, бабуля просто унижает. Да, немножко усилили ее, но так усилили, что это просто жесть. 108 тысяч хила на моем титуле, я не знаю, сколько у меня на основе, завтра будем тестировать. Какой там будет? Ну вот еще один с Некросом. Поехали. Это Робин, блин, так и знал, что будет по центру. Конечно, он сейчас тут быстрее бьет. Придется нам все-таки переходить на центр. Окей, не вопрос. У нас пока еще есть возможность. Так, смотрим. Вот смотри. Просто жесть. Они нифига не могут сделать. Она просто тупо их шатает. Как детей. Фрея, какая нафиг Фрея? Что Фрея может сделать? Здесь отхил каждую секунду свыше 100к. Офигеть. Единственный вариант, это у нее просто чисто... жесть. Просто отдыхают. Иди сюда. Ну, тут слабенький какой-то топ. Вариант ее заблочить и убить быстро, но опять же, смотрите. Какая нафиг Фрея? Фрея просто отдыхает. Офигеть. Вот вам самый топовый, наверное, герой будет, не знаю, она Фрею шатает вместе со всеми. В плане имбовости Фрея даже отдыхает. Однозначно круче Фреи. Поехали, еще сколько у меня там попыток. Добьем. Ну тут у нас сейчас интересно было бы сейчас, кстати, посмотреть, сколько Фрея будет дамажить. Посмотрите на дамаг Фреи. Это просто копейки. Это просто копейки. Смотрите, она не дает им заряжаться, она себя восстанавливает, у нее понижение. Это жесть. Нереальный герой. Реально нереальный герой. Что она делает, это просто капец. Не знаю, тестировать ее еще сейчас попробуем. Там у меня, по-моему, карта есть, еще сбегаем в забытую, покажу. Но это просто... Просто вау.
Я, честно, в шоке сам с того, насколько она на 12-м скилле стала еще круче. Это учитывая то, что у меня здесь... Блин, так и знал, что будет по центру. Учитывая то, что у меня здесь титул еще не самый максимальный. Так, есть у меня еще попытки? Все, это последнее. Ну, в общем, в принципе, вы сами все видите. Утекание однозначно. Просто унизило. Пофиг любой герой, пофиг любая прокачка. Вы ничем ее не остановите. Вот она, универсальность. Жизнь, разброс, забор энергии, скорость атаки, отхил. Это жесть. Плюс у нее еще и крит. Да. И плюс она снимает с себя все дебафы, когда бьет. Вот так вот, ребят. Будем дальше уже продвигаться. Поехали. Еще покажу вам ее. По-моему, у нас... Есть еще? Да, отлично. Ну, тут я вам пару покажу. Смотрите. Хоть это и боты, как бы... Посмотрите, что она делает. Просто пофиг, все. Даже отражалка ей пофиг. Потому что у нее столько отхила, что нереально просто ее. Блин, жесть. Какой нафиг Анубис? Вот дебаф, она снимает дебаф Анубиса. Да. Анубис даже добежать не успевает. Круто. В общем, действительно герой, которому стоит качать 12 однозначно. Ну, посмотрите на это. Да. Ладно, поехали еще в забытой, покажу вам ее. Вот есть какой-то знак красам. Ну, давайте ради интереса вот на Некроса нападем. Смотрим. А, видите, на отражалке все-таки слилась. Слишком много урона. Но все равно, двоих просто ушатало. Да, я думаю, она бы всех ушатала, только отражалка, как видите. Да, круто. Однозначно круто. Действительно, бабулька тащит, ребят. Некрос, ну давай посмотрим на тебя. О, фига себе. Круто. Афина продамажила. Мы не успели даже включиться. Офигеть. Ну это все херня. Это реально херня, потому что... То, что она делает, это реально просто жесть. Ого, ничего себе. Ничего себе. А когда мой огнекрыл уже начнет бить? Что за хрень? А, там Асура был. Ну, давай так сделаем. Ради интереса. Так, окей. Ну, бабуля, покажи класс. Ой, тут, конечно, жестко. Он проседает. Без вариантов. Тут без вариантов. Не знаю, почему она так. Ну, тут, в принципе, по силе, судя по всему, топы. Хотя...
В общем, не важно, это все херня. Я вам показал, что она может, а вы уже дальше думаете сами. Стоит качать, не стоит качать, но реально утекание, как по мне, самый оптимальный вариант, потому что можно поставить оживу рунами и все остальное. То есть самый оптимальный вариант, как по мне, это утекание. Все. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.